Вкуси вкус ананаса на ananascraft.ru. Вкус ананаса. Всем привет, ребят, с вами я, Игрок Адор. Сегодня бы я хотел показать вам сервер под названием ananascraft. То есть вы зайдете, напишите адрес ananascraft.ru и порт поменяйте на 5 двоек. Напишите имя ананас и сохранить. Вот, и нажимайте на этот сервер. И раз. Вот, добро пожаловать на ananascraft. И заходите, нажимайте на чат, напишите любой пароль, который вам нравится. Ну что ж, ребят, давайте я покажу вам данный сервер, потому что он реально крутой и классный. ananascraft, помните, ребят, в прошлых обзорах я делал сервер AppleCraft, вроде назывался сервер. И этот сервер перешел как бы на ananascraft. Либо AppleCraft и ananascraft, они вместе. Как бы два сервера. Тут SkyWars есть, смотрите. Так, вот SkyWars'ик можно поиграть, нажать, отлично, тут есть мини-игра. Кто ищет мини-игры, то вы можете заходить на данный сервер, тут есть мини-игры. Ох, ничего себе, он огромный. Ладно, окей. Тут выход. А тут что? Осторожно, зона PvP. Ну, на самом деле, я сейчас сюда пройду, и я могу умереть, да. Ну, ладно, давайте мы возьмем кит-старт. Все, вот такой вот кит у нас есть, можно одеть броньку и идти уже... смотреть данный сервер. Ну, в принципе, у меня есть креатив, мне не нужна бронька, так что все нормально. Сразу же видим продавца тут и магазин, то есть вы можете покупать вещи тут. ananascraft всегда очень большой онлайн, ребят. Я заметил то, что реально на данном сервере очень большой онлайн. Смотрите, тут такой вот спаун, то есть ananascraft, сверху такая вот табличка, очень прикольная. Ежедневный бонус, то есть вы можете взять ежедневный бонус, и вам выпадет монетки, либо еще что-нибудь. Да, поэтому мне не нужно, в принципе, у меня есть креатив, и тут есть кофе, то есть можно попить кофе. Да, я попил кофе, теперь я могу бегать, наверное, или что? Сила и регенерация на 5 секунд. Ха, очень прикольно, очень прикольно. Тут вот магазин shop.ananas.craft, craft.ru, то есть ссылочка будет в описании. Так, а тут что? Тут правила сервера, то есть вы можете увидеть правила, да? Вот, все правила прочитать именно вот тут вот, и будет отлично, вы сможете играть на данном сервере. Тут есть сотрудник банка, то есть нажимайте, здесь вы можете класть и снимать деньги с банковского счета. Ох ты ж, круто, классно, давайте попробуем зайти сюда. Тут ограбление банка, то есть вы можете ограбить банк, и вы можете попасть в тюрьму, если вы неуспешно ограбите. Так, не понял. Что это? Что это, ребят? Это кто? Это Патрик? What the fuck? Что тебе надо, козёл, а? Что тебе надо? What the fuck? Опупеть, у него скин, вот это жесть. Я первый раз такого Патрика вижу, это жесть. Ну ладно, на самом деле очень прикольный скин, мне понравился. Так, а есть царь горы, то есть можно играть в царь горы, вот сюда встать и... Я царь, да, я выиграл. В скобочках у меня креатив. Ух, ничего себе, меня откинуло, нифига себе. Ладно, окей. Тут наркота, но наркота, да, вы можете купить наркоту, но на самом деле я не советую даже в игре наркоту покупать, потому что наркота это плохо. И в реальной жизни тоже не советую употреблять наркоту. Энер сундук, то есть вы можете положить свои вещи, это такой вот ваш личный шкаф, то есть вы можете брать, ложить вещи, потом можете эндер сундук найти в другом месте, и ваши вещи будут там лежать. Ну, на самом деле, серф очень красивый, мне нравится, много возможностей, очень большой онлайн, тут онлайн даже 77, бывало 80, 90, да, очень большой онлайн, поэтому, ребят, вы заходите обязательно на данном сервер, играйте, ищите друзей, вы обязательно сможете найти друзей на данном сервере, потому что очень много онлайна, да, 46 онлайна, как бы, это очень хорошо. Так, напитки. Ничего себе. Давайте зайдем-ка. Напитки, вау. Вот это прикольно. Water bottle, то есть можно купить напитки. Ха, интересно. Даже такой вот есть отдел напиток. На самом деле очень круто.
Также, ребят, смотрите, то есть вы можете строить дома уже на данном сервере. Очень много людей строит дома, например, вот такой вот домик есть. Смотрите, тут такой вот городок прикольный. Так что, ребят, обязательно заходите, можете строить дома, тоже присоединиться к этим людям, которые строят эти дома. И вы можете тоже построить дом, как, например, вот, вот это вот, ничего себе. Вот это, конечно, большой особняк, мне нравится. Очень крутой, давайте зайдем. Наверное, долго-долго строили его. Тут шкафчик такой есть. Ха, интересно. Ну и все, ребят, с вами был я, Игрокодор. Давайте наберем 500 лайков. Я выпущу новый обзор сервера. Либо Антигрифер Шоу. Просит сделать селфи. Давайте с ним сделаю селфи. Окей. Конечно же, вся информация будет в описании. IP-порт, группа ВКонтакте, донат-услуги будут в описании. Поэтому, ребят, заходите обязательно, играйте, выживайте, строите дома и ищите все друзей. Все, ребят, с вами был я, Игрокодор. Всем удачи, всем пока. Опа, не понял. Ха, нашел. Телепортация в ад. Хм, интересно.